Я думаю, что, наверное, на начальных этапах и, в принципе, вообще начинающему студенту важно понять, что должны быть освоены некоторые навыки, навыки обучения. То есть человек должен научиться читать, научиться конспектировать, научиться повторять изученные материалы. Это тоже очень важно. И, конечно же, понять, что некоторые вот из этих навыков, они дают свои плоды не сразу, а спустя некоторое время. И еще думаю, что очень важно научиться использовать свой потенциал и не забывать о том, что нужно вовремя отдыхать. Потому что если человек не отдыхает активно, не использует свои физические возможности, то есть не разгружает себя, то очень легко и очень быстро можно просто растерять свой потенциал, свои возможности.